В 11:21 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. Очевидцы сообщили, что загорелся склад на Грозненской. Также были слышны хлопки. Прибывшие подразделения установили, что горит помещение с лакокрасочными материалами. Для тушения огня привлекли 80 человек и 25 единиц техники. Был дан повышенный ранг сложности пожара, номер 2. По прибытию подразделений хлопки раздавались в течение часа. Предварительно внутри находились газовые баллоны и емкости с лакокрасочными продукциями. На место сразу выехала глава Самары Елена Лапушкина. Во взаимодействии с МЧС она координировала деятельность городских служб. В помощь пожарным было направлено 6 бойлеров с водой силами МП благоустройства и 4 бойлера ресурсоснабжающей организации. Дежурные диспетчерские службы оповещали жителей Волжского района, в частности Южного города и Куйбышевского района Самары, о сильном задымлении и призывали закрыть окна в домах. Через единую диспетчерскую службу прошло оповещение как району Куйбышевского, так и Волжского района ЕДС, чтобы жители были готовы к ситуации закрыть окна, потому что дым достаточно едкий, распространяется в соответствии с ветром и постоянно меняет направление. По предварительным данным служб, работающих на месте пожара на улице Грозненской, погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 13:11. После этого пожарные отряды продолжали проливать склад, чтобы не было угрозы новых возгораний. И после этого контролировали ситуацию до полной ликвидации пожара. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.